Всех приветствую на нашем канале. Сегодня видео в основном не о пчеловодстве, хотя иду я и с такой целью, чтобы найти новый тачок для размещения пчел в следующем году. Ну, в основном иду погулять, по грибы с собакой. Вот что хотелось бы сказать, что уже у нас перенасыщенность по пчелам в нашем населенном пункте. Всего скорее их уже около 200, потому что наша пасека плюс пасеки других пчеловодов небольшие. 70% всех пчел это, конечно, наши. И пришло в голову дойти. У нас в 3 километрах, в 4 заброшенный населенный пункт есть. В лесу он находится. Решил я туда сходить, посмотреть, как подъехать. Можно ли проехать туда, хотя бы на УАЗике. И хотелось бы там разместить пчел. Потому что там, я знаю, места много открытого. То есть поля-то остались все, перелески. Ну и вот иду и буду попутно снимать все, что интересно. Ну вот здесь вот один из проблемных участков, которые нужно будет на автомобиле преодолеть. Здесь небольшой ручей. Ну сейчас-то, конечно, здесь не проблема. Полноприводный автомобиль здесь проедет. Но весной или в сезон дождей здесь, конечно, все очень непросто. Ну, к этому населенному пункту, куда я иду, есть подъезды с других сторон. Как говорят, они там и лучше. Ну, сейчас я иду смотреть пока этот путь. А дальше будет видно. Вот такая дорога идет в лесу от нашего населенного пункта до населенного пункта, к которому я, в принципе, иду. И буквально, ну, где-то 30 лет тому назад, ну, плюс-минус, здесь, как бы, ездили люди, кипела жизнь, ученики ходили в школу к нам. Такие места здесь у нас. Но потом все пришло, как бы, в запустение, люди уехали. И населенный пункт остался заброшен. Ну, это проблема в целом, наверное, России, что так произошло сокращение численности населения, переезд в города. Ну, вот, наверное, здесь единственное неудобством было то, что вот такая дорога. И это, как бы, единственное сообщение было между населенными пунктами. То есть ни Каменка, ни асфальт тем более, а вот обычная проселочная дорога. Ну и все равно как-то люди жили. Ну вот буквально еще осталось мне минут 15. И я уже подойду к этому населенному пункту. Хотят там уже и сказать об этом даже не получится, что населенный пункт уже поле просто. Но все-таки там когда-то жили люди. Здесь вот такая красота живописна. Отдыхаешь душой. Многие могут поставить дизлайки, написать комменты, что это не о пчеловодстве.
А я считаю, что это все о пчеловодстве. И это, и жизнь, которую проживает пчеловод. Так как он живет. Все это о пчеловодстве. К сожалению, вот камера не передает запаха, который в хвойном таком лесу. А так просто благодать. Можно часами, наверное, здесь было бы время присутствовать и отдыхать. Ну вот, собственно, это окрестности этого населенного пункта бывшего. Вот так здесь все выглядит. Ну, часть, конечно, уже зарастает кустарником. Но здесь большие площади. Тут буквально 2-3 километра до дальнего края уже леса. Просто здесь уже перелесками все заросло. Ну, идем дальше. Я планирую пчел-то поставить максимально дальше от своего тачка домашнего, чтобы слеты минимизировать как-то. Посмотрим, где здесь. Сейчас мы находимся в центре этого населенного пункта. Вот здесь были, тут была улица, дома. Такая довольно-таки большая улица и деревня была. Все здесь были дома, строения. А вот так вот люди здесь сделали в память о своем населенном пункте. Те, кто в живых еще остался. И дети их, то есть не забывают свой населенный пункт. А вот решили построить такую импровизированную беседку, большую такую. И собираются здесь. Даже вот опахали все, как положено, чтобы ни пожар не мог это все уничтожить. Вот там такой крест, место памяти тем, кто воевал за нашу родину. Такое здесь, как говорится, место памяти. Я здесь бываю часто. Вот вам, если интересно, пожалуйста, смотрите. Вот это так все выглядит здесь. Довольно-таки все симпатично. Хочу сказать за это даже огромное спасибо. Хоть я и не отсюда. Когда в людях живет такая память, это очень прекрасно. Вот такая беседка здесь. Собираются здесь люди. Вот фотографии здесь, если плохо видно, наверное. Фотографии тех, кто жил. Родственники. Так, здесь уголок памяти, так сказать. Уголок памяти. Красота. Ну все, отдохнули и пойдем дальше на поиски места для нашего пчел. Всегда
детстве еще. Энергетика здесь, конечно, особенная. Где люди жили, все равно ощущается все как-то по-другому. Вроде как представляешь себе, что тут происходило, жизнь кипела, дети играли, ну, все как обычно. Население здесь было немаленькое, школа была своя. Ну, потом вот так все произошло. И все куда-то разъехались. Ничего не поделаешь. Вот люди сделали такое дело. И тоже хорошо. Ну вот, кажется, нашел я подходящее для тачка местечко. Здесь отдельно расположена такая-то полянка. Вот на этой полянке, возможно, если все получится, можно будет разместить ульи. Какое-то количество от пасеки. Продуктивный лед у пчел 2-3 километра. Ну, тут, в принципе, довольно-таки большие просторы. Даже больше, чем 2 и 3. А пчел здесь фактически в любом случае нет. Так я думаю, по крайней мере. Так что медоносная база должна вся принадлежать этим семьям, которые, возможно, мы здесь поставим. Осталось еще... Это, конечно, все только в планах. Но идти надо как-то к осуществлению данной мечты, что ли. Все просто так ведь не получается. Надо как-то пошевелиться. Ну вот, думаем, что здесь поставим какое-то количество пчел. Может быть, еще где-то получше найду. Но пока вот это место меня прям устраивает сильно. Ну вот такое место меня тоже вполне устраивает в плане размещения пчел. Тоже такая небольшая изолированность от дорог проезжих, пусть и проселочных. От солнца также можно поставить улья, чтобы защитить их от солнца. Ну, такая растительность и место песчаное, возвышенное. Сырости нет. Ну, посмотрим еще, может быть, где-то. Так, ну, в принципе, я нашел, что искал. Ну, буду как бы еще места искать, потому что здесь я бываю часто. Тем более осенью, с собакой на охоту. Но то, что я нашел, меня вполне, в принципе, устраивает. И что немаловажно, здесь есть мобильная связь. Просто я планирую в местах расположения тачков фотоловушку с обратной связью устанавливать. То есть, ну, можно посмотреть, что с пасекой, не выходя из дома, так сказать. Плюс, если какие-то незаконные действия, плюс это все будет как бы отображено и пересылаться сразу на компьютер. Ну, это уже такие технологии уже, в принципе, есть. Ничего там сложного нет. Ну вот, иду я домой. До дома мне еще 4,5 километра. Не знаю, как насчет слета пчел будет. 5 километров, в принципе, ну, по полю, по открытому пространству, ну, наверное, да. Ну, через лес полосой где-то в 2 километра, не знаю.
наверное, и не думаю, что будет слеты какие-то пчел. Ну, постараюсь максимально в дальний угол от своей деревни пчел-то и разместить. То есть максимально расстояние сделать между тачками базовым и уже выездным. Сейчас вот есть как бы и время. Кому уже надоел, можно уже выключить, кто еще раньше не выключен. Сейчас хочется поговорить о такой теме, как вот меня спрашивали о рентабельности пасеки. Да и вообще, вот я в интернете там часто сейчас вижу на Ютубе. Плюс так для интереса запрос сделал в Яндексе «переехать» и выдал такой мне ответ, самый популярный: «переехать жить в деревню». И вот, кстати, о переезде. Родился-то я, в принципе, здесь. Ну, не здесь, в этой, оттуда, откуда я иду сейчас, пришел. Жил здесь, долго жил, как бы. И получилось так, что я уехал жить на постоянное место жительства. Кстати, и прописан я там. Так, в город Москва. И прожил я там ни много ни мало 14 лет. Прожили с семьей. Ну, все пока, в принципе, устраивало. Хорошая работа, достойная зарплата, машина там и все такое. Ну, как бы тянуло, что ли, обратно. Не знаю. И как-то лет 7 назад купили мы здесь, у себя на родине, дом. Начал я потихоньку отделывать его. Ну, по мере возможности все так. Приезжаешь, делаешь, нет, отпуск там. И тут как-то 4 года назад поговорили с женой. Думаю, а почему бы нет? И что-то так инициатива как бы от обоих исходила. Дети двое, ну, как бы их мнение тоже учитывалось. Один уже, в принципе, старше возраста. И как бы тоже были не против. Ну, а почему нет, думаю? Ну, как раз тут и уже везде с работой проблемы. Ну, у меня пока не было. Ну, так, давай, говорю, бросим все и поедем. Ну и что? Уехали вот мы сюда жить. И вот живем уже четвертый год. И вот я так по Ютубу смотрю, многие так как бы сделали. Да, тяжело. Да, не так, как некомфортно в некоторых ситуациях. Но комфорт-то люди создают вокруг себя. Он же не может вокруг людей как-то образовываться. Ну и скажу я вам, не тянет нас обратно вообще. Вот планируем как бы пасеку, ну, не гигантскую, но, по крайней мере, растем. И что касается себестоимости, я даже не могу сказать, потому что вопросов-то много. Но себестоимость у меня очень большая, потому что я все практически средства с пасеки, заработанные с продажи, ну, не все, конечно, но много очень, с пчелопакетов, с маток, с меда, все в пасеку. То есть у кого там 5, 2, 3 улей, у него себестоимость может быть 0. Ему не надо ни улей новые, как каждый год по 50 штук, ни зимовник там теплый на 200, на 100 семей. Ни машина, как в нашем случае, вот уже задумался по покупке какой-то машины, УАЗик хотя бы портового, чтобы кочевать вот так вот по пересеченной местности. Там может быть себестоимость у людей с маленькой пасекой равна нулю. Но у нас, пока мы вкладываем, себестоимость очень высокая, и отдача с пасеки, конечно, не очень большая. Но мы развиваемся, стараемся развиваться.
Я так сейчас считаю, что материальное, как бы оно идет позади, впереди позади духовного. То есть подрастет духовное, подрастет и материальное, как бы. Мы стараемся как бы жить. И вот это вот мне все нравится, как бы. И я как бы кайфую от этого, что на, как бы на новые вот этот, эти слова, на новый, на новый манер. Кайфую, да, кайфую. Вот от этого кайфую, от пчел. От всего. Вот что собака впереди, тоже как бы нормально. Что я иду, устал уже, не устал. Это вообще без разницы сейчас, в данный момент. Я, в принципе, отдохнул душой. А тело, что лег полежать и, в принципе, восстановился. И вот тут вот как бы такая, в принципе, энергетика, я уже говорил. Люди когда-то жили. Вот идем мы по улице, а ведь когда-то здесь ходили люди, дети бегали, играли так же. Ни в смартфоны, ни в ноутбуки. Играли, развивались, то есть общались. Ну, я не знаю, если мы сейчас сами за себя, в принципе, не возьмемся в масштабах нации, я имею в виду русских, то я не знаю, деградация полнейшая идет. То есть человек к труду, то он ему практически и не нужен. То есть что-то своими руками делать уже никому и не хочется. Ну вот такая небольшая моя история. Так что, кто будет смотреть это видео, кому оно хоть чуть-чуть понравится, и кто стоит на таком перепутье, куда-то сорваться, жить своей жизнью, не бегать, там не вставать в 5 утра, чтобы доехать до работы за 2,5 часа, проблемы мегаполисов. А кто хочет вот так своими руками, пусть вместо там 2000 рублей в день, пусть будет 1000 рублей. Ну и что? Я считаю, в этом ничего страшного. Главное, ты заработал ее со своими руками. Здесь ты как бы не устаешь морально. Да, устаешь физически, морально нет. Так что, кто хочет, решайтесь. Я, в принципе, не жалею. Вот посмотрите ролики там. И люди как бы переехали, им тяжело. С семьями, с детьми, кто-то там занимается. Вот козами, овцами, там, да чем угодно. Ну, никто, по-моему, не жалеет пока. Ну, или делает вид, что не жалеет. Но я не думаю. Все это, наверное, искренне. Потому что люди, намаявшиеся таким в крупных городах, вот, то есть, наверное, сыграло, конечно, роль то, что я родом из деревни, конечно, немаловажные корни, вот все это тянет. Да и супруга у меня, как бы, родители у нее тоже из деревни. Но принимали решение, то есть все трезво оценили, подумали и уехали. Уже вот 4 года живем, и никто как бы не хочет обратно. Занимаемся пчелами, развивались с двух ульев, с трех. Отец тоже пчеловод, дал 2-3 улья, сказал давай. Ну и в принципе понеслось. И вот сейчас уже скоро как бы осень и зима, уже осень идет, зима скоро. В планах как бы уже еще 50 комплектов надо сделать, кочевать. Ну посмотрим, следите, кому интересно, за моим каналом. Я думаю,
будет много интересного, не судите тоже строго, потому что, может быть, режиссер-то из меня не очень. Но я хотя бы говорю то, что я вот сам делаю, там никаких, ничего никому не навязываю. Кто-то хочет, там, почерпнет какую-то хоть кроху. Да из всего, из многообразия всей информации надо почерпывать. Я думаю, только то, что нужно. Из каждого ролика, я думаю, может быть, кто-то найдет себе какую-то часть, которая будет ему полезна. Так что вот такие дела. Осталось у меня аккумулятора чуть-чуть. Да и на карте памяти на 8 минут разговоров. Конечно, я уже в дебри полез. Но это видео не про пчеловодство, там это не манипуляции какие-то с пчелами. Это, можно сказать, манипуляции в жизни своей. Кто как хочет ее обустраивать, так, в принципе, обустраивает. Хотя сейчас, еще раз я скажу, сейчас в деревне не проблема построить городской образ жизни в плане бытовых там каких-то вопросов. Вода, отопление, газ, туалет, все можно, все сделать как бы без проблем. Но некоторым и этого не надо, я скажу. Некоторых настолько все уже, в принципе, так накалило городская вот эта суета, что они готовы вообще все бросить. Вот единственное, материальное какие-то блага просто держат. Вот зацепляемся мы за это материальное. Жизнь идет. Духовное все ниже и ниже, как бы материальное на первом плане. И не знаю. Тяжело нам оторваться от этого. Да. Ну вот, не буду я всех тут нагружать этим всем. Давайте. Уже как бы сумерки, уже скоро темно. Мне еще до дома 2.5 километра топать. Вот такой населенный пункт здесь был. Такое вот видео. Немножко с философией, может быть, какой-то. Может быть, с бредовой кому-то покажется. Ну, всем пока и до встречи на канале.